Всем привет! Сегодня 20 февраля у нас. Сейчас решили снять вам небольшое такое пособие, как посетить собор Святой Софии в 2024 году после всех изменений. Поэтому пойдемте посмотрим, где он, там вход теперь нынче. Вот старый вход в Айя Софию. Это сейчас запускает людей на намаз. То есть это те, кто не с туристической как бы целью посещает Айя Софию. Вот очередь тоже огромная, пускают только по времени. Там сейчас тоже, конечно, пройдут металлоискатели, но выглядит это вот так. А еще вот такие машины полицейские здесь, Bentley, стоят. Есть и Ferrari, и много других интересных автомобилей у полиции. Traffic Police. Вот такая очередь, это вот все стоят на намаз люди. Ну а сам вход в Айю Софию нынче находится справа от нее. Сейчас пойдем, там стоят кассы, где продаются билеты. Сейчас дойдем, вот идем в ту сторону, и там вдоль Айя Софии, там уже будет очередь. Хотя вот обратите внимание, сколько уже сейчас людей. Хотя это далеко не сезон, далеко. Но сейчас дойдем, посмотрим, что там, значит, с очередью в кассе. Справа, значит, у нас расположены там кассы в начале вот этой очереди. Здесь она уже начинается. Пройдем сейчас, посмотрим. Много людей или мало? Делайте выводы сами. Сейчас, конечно, работают еще не все кассы. Сезон, я уверен, откроют уже все. Но очередь такая совсем-совсем не маленькая. Вот мы уже почти дошли в начале. Сейчас тоже встанем в очередь, засекем, сколько тут надо будет простоять. Ну вот, работают, получается, сейчас три кассы. Стоимость входа 25 евро. Для владельцев музей карт, это которые есть только у жителей Турции, которые имеют ID турецкий. Вот, будет стоимость вроде как 250 лир, но сейчас это узнаем точно, потому что здесь ничего не написано. Ну а сам вход в Айя Софию уже находится вот здесь. Вот получается у нас вход в сад Топкапы. И вот справа от него вход в Айя Софию. Отстояли мы очередь и купили наконец-то вот такой билетик. Значит, скидки по музеям карт тоже никакой нету. Вход на сегодня составляет 833 лиры. Поэтому идем к входу. Кстати, вот здесь же продаются платки по 30 лир. Если женщина, без него туда не пустят, поэтому можете прикупить здесь. Сейчас как раз начинается намаз, я так понимаю, не знаю, пустят или нет, но в любом случае идем на вход, а там уже разберемся, ждать или заходить. Ну вот, наконец-то мы и попали. Простояли в очереди, забыл, сказали нет, 30 с небольшим минут очередь, хоть и большая была, как казалось, но двигается она тоже довольно-таки быстро. Вот так это у нас выглядит все изнутри. Будем потихонечку двигаться. Довольно такой длительный подъем. На галерею. Ну вот мы наконец-то уже и на месте. Прошлое видео мы снимали, были мы внизу. Теперь нижняя часть, значит, это только для религиозных обрядов. А
верхняя часть как раз-таки для туристов. Вот. Так это все выглядит. К сожалению, ближе нельзя подойти, посмотреть, что там. Но красиво. Такие вот орнаменты на потолке. А нет, близко можно вон подойти, посмотреть. Как раз там сейчас идет молитва. Дождался я наконец-то окончания службы. Теперь можно дальше продолжить съемку. Так, значит, здесь у нас первая вот сохранилась мозаика. Император Александр. 10 век. Сейчас подойдем, посмотрим, как это выглядит у нас сверху. Вот там алтарь. Двигаемся дальше. Вот такие информационные доски есть. QR-код ведет и на русский язык, в том числе 23 или 26 языков всего. Так что все смогут понять, что за мозаика, в каком веке сделана, кому принадлежала. Прямо напротив алтаря ложа императриц, о чем нам говорит вот эта досочка. Вот там расположен алтарь. Так что, говорят, здесь молились императрицы. Женская ложа, так сказать. Идем дальше. Какие древние фонари. Такие вот широкие-широкие проходы. Людей сейчас внутри не так много, видимо, все в очереди стоят за билетами. В целом вот так подойти можно, посмотреть. Очень много видел я там туристов, они, видимо, тоже попали на службу, зашли, походили, посмотрели и ушли. То есть, если хотите сэкономить, то, видимо, как-то тоже можно этим воспользоваться. Вот там вот большая площадь, это мужская ложа, где все молятся, а вот здесь вот женская, вот заборчиком огражденная. Но это будет только первый этаж, то есть на второй ярус вас не пустят. И мозаики древние вы не увидите. А вот мраморная дверь, через которую раньше проходили только император и его свита. О чем опять же здесь указано по QR-коду. Поэтому пройдем, как император когда-то. Вот эта дверь, наверное, вела как раз во дворец. Но утверждать не буду, она не подписана. Но может быть это так. Подойдем, посмотрим, как с этой стороны, какой вид. Людей там уже все меньше, служба закончилась. Но они ходят, осматривают. Я же вам говорю, это туристы. Вообще в прошлом видео было много комментариев, как так, вроде бы мечети все тут бесплатные должны быть. Ну вот, я вам показал, в принципе, на службу все также бесплатно. Никакие документы ни у кого не проверяют. Поэтому захотите помолиться. Заходите, никто с вас ничего не спросит. Но это будет во время службы. Тоже вот такая ложа там внизу. Красивая. Еще тогда снизу мне понравилось. Вот еще сохранившиеся мозаики. 11 век. И вот это вот 12 век.
Вот еще одна мозаика «Де Иисус». Там ниже ее уже восстановленная просто картина представлена. Ну и, собственно говоря, там уже дальше идет выход, к которому мы, собственно говоря, и направляемся. Двигаемся на выход. Вот так вот опять вниз далеко предстоит нам пройти. Пол тут уже деревянный, новенький. Все заменили. Видимо, от старого ничего не осталось. Ну или может просто защитили его таким образом. Мозаика Девы Марии с Иисусом на руках сохранилась. Вот в прошлый раз мы выходили отсюда, но теперь этот выход только для туристов, для посетителей мечети. Видимо, выход там же находится, где и вход. Ну и все, на этом заканчиваю обзор Айя Софии. Сейчас подведем итоги. Итог, значит, если вы хотите пройти молитву, то встаете в очередь, как раньше, запускают через определенные промежутки времени людей, пройдете, помолитесь, никто вас не остановит. Но женщины в головных уборах, мужчины, соответственно, без шорт, без со всего. Если вы хотите увидеть вот мозаики, второй, так сказать, ярус, где вот я только что был, то тогда вы идете туда справа. Вот. Ну, я надеюсь, всем все понятно, поэтому поставьте лайк, подпишитесь, чтобы не пропустить что-нибудь еще интересное. Ну и до скорых встреч, Гурушрус.